Всем привет, друзья! С вами Неломоб. Мы сегодня играем Hello Neighbor, а именно модификацию. В мод мы будем сегодня играть. Ага, под названием Escape the Ranch. Вот так называется мод. Что здесь написано в описании, вы можете, в принципе, на паузу нажать, почитать. Но уже нам, в принципе, понятно, что он посвящен какому-то событию, связанному с PewDiePie, да? Значит, мы берем эту модификацию самого доктора Филиппа. Это тоже, по-моему, относится к этому как раз, какую-то там историю, связанную с PewDiePie. И нажимаем Start, Escape и, собственно, наверное... Продолжить обычно надо выбирать. Я понял. Ну, попробуем новый игрок, пробуем. Да, есть. О, получилось. С модификациями все вышло. О, слушаем. Bad news. Bad news. I want to sit down. How do I even begin to say this? All my Dr. Phil videos got claimed by Sony TV. Демонетизация. Сняли про доктора Филлипс. Ага, монетизацию сняли. You know, Dr. Phil wore my t-shirt, so I thought he was a bro, okay? I thought he would appreciate my videos and understand that it gave traction to his show, but this of course means no more Dr. Phil videos. I know, I'm crying too, and I have been crying. This is a big F, a massive F. No amount of G fuel in the world is gonna solve this problem. I know, but instead... В общем, я так понял, что у него были ролики на канале, посвященные какому-то доктору Филиппу, и почему-то у него снялась модификация, у него снялась монетизация с роликов, и он, короче, расстроен, и нам придется с этим делом в этом моде разобраться. Что ж, приятного просмотра, с вас лайкосик, я же в каждую... Так, let's do this. Значит, что мы тут имеем? Давайте вначале просто изучим этот мод, возможно... Ну, я так немного его смотрел, но я не знаю, он по-моему, длинноватый. На один ролик, наверное, у нас не выйдет все в один ролик записать. Так, вот тут какое-то молоко у нас есть. О, какая-то игрушка. Так, интересно. Сердце из Майнкрафта. С Undertale, может быть, быстрее. Так, кукла. Можно взять куклу? Можно. Так... О, манекен, Сьюзечка. Написано Крис. Какой-то скелет. Так, куклу пока мы тут спрячем. В чемодан. Ну, кукла прикольненькая. Так, хотелось бы как-то ее на ярком свете рассмотреть. А не как тут свет не попадает на нее. Это плохо. А, вот тут солнечные лучи. Ну уже, кукла, освещайся. Не, вот это максимум, который может быть осветка. Осветка максимальная. Вот такая куколка. Можем поближе так на нее посмотреть, повнимательнее, чтобы понять, что это за существо такое милое, сшитое из кусков. Так, мы ее сюда пока положим. Сьюзи, ты у нас будешь в этом тут где-то стоять пока что. Тут охраняй ее. А мы идем с вами в следующую комнату. Так, аккуратно. Вау! Вау-вау-вау! Такой фиолетовый цвет. Это сейчас модно, такие всякие стримеры, ютуберы себе делают в комнатах такие синеватые цвета на заднем фоне. Какой-то портрет. Кольцо. О, мяч. А ну-ка. Я должен это сделать. Не успокоюсь, пока не попаду. Может, назад надо дальше отойти? Еще? Не попадаю. Еще назад. Тяжело. Не могу попасть. Чуть-чуть не хватает. Попал? Что за звук пошел? Музычка. Я попал или не попал? По-моему, не попал. Но музыка начала играть, наверное, из-за того, что я попал, правда же? Не могу упасть. А если просто в кольцо брошу сильно-сильно? Не выходит. Не выходит мне попасть. Я уже тут полминуты пыхтю над этим делом.
Может, надо высоко типа бросить? Да что ж такое? О! О! Попал! Это же его логотипчики PewDiePie, да? Видите, теперь у меня вышло наконец-то. Значит, надо кидать вверх, чтобы попасть. Чтобы попасть туда, нужно попасть именно в верхнюю часть. Ну так тоже не выходит уже. Не знаю, каким образом у меня получилось. Ну как-то я попал. Хорошо, давайте изучать дальше. Есть у нас молоток. Мы можем, по идее, гвозди отковырять. А, можно и так доски можно снять. Хорошо. Не открывается. Тут какой-то плакат. Хотелось бы его отковырять. Это мне напоминает Half-Life. Бум. Так, смотрим дальше. Так, тут все пусто. Тортик. Тортик, тортик, тортик. Который нельзя подобрать. Радио. Кто-то говорит? О, компьютер. О, это системный блок цвета PewDiePie. Так, это что у нас? OBS, настройки. Ага. Рекорд, output. Компьютер, new game. Не нажимается. Вентилятор, тихо. Зато есть бинокль. Так. О, видите, там даже нарисовано все. Этот самый монитор PewDiePie. Нарисованы все эти логотипы там внизу. Ага. Так, что мы тут можем еще сделать? Ну, кажется, тут все изучили. Шкафчики еще. Я не изучил шкафы. По-моему, они пустые. А ну-ка, монитор, подсветка. Пусто. Пусто. Нету там ничего в шкафу. Понятно. Ну, что же мы тогда должны дальше делать? Тут как бы в тупике. Тут не пройти. Там какая-то есть какой-то проход? Ну, туда нам путь воспрещен. Так, что тут здесь? Молоко. Пьет молоко. Скелет. Что написано? Anonymous. No. Amusing. Scared. Person. Mass. 233 килобайт. How milk at a skeleton it gets stronger. Становится сильнее, когда ты даешь ему молоко скелету. И все скелеты он танцует. Молоко. О, плакат PewDiePie. А, собственно, тут и написано. 9 лет. Армия Special Unity. Ого. Так, понятненько. Армия PewDiePie. Все ясно. На шкафу что-то есть сверху? Пусто. Значит, что у нас тут было? Кукла. Скелет. Скелет. Лялечка. 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 Так, что мы можем попробовать сделать? Молоко. Допустим, есть молоко. Допустим, есть... Молоко, лялька. На. О! Что произошло? Я что-то туда бросил, получается, манекен. Ляльку что-то дал, молоко или что произошло? И у меня, короче, появился... Это же с этого, как его? Скажите, я скажу. Это же с Undertale. Сердце Undertale. И Undertale это Sans, по-моему, его звали, да? Это же Sans? Я правильно думаю? Это ведь он. Sans. Или не он? Он или не он? Вот в чем вопрос. Но очень сильно похож. Такой вот малыш. Малыш! Берем тебя. Значит, мы теперь имеем Санса. Что... Так, эксит раз. Молоко. Так, пробуем молока дать ему. Там бы же говорил, что-то скелет, молоко. Не попал. Короткий звук. Или длинный звук. Это более длинный был звук. Так, он теперь стал сильным, что ли? Понятно. Надо было с помощью него разбить стекло, и мы, вы видите, можем теперь выбраться наружу. А я не могу выкарабкаться. А! Ай-яй-яй-яй! Он меня... Это тот дед, который был в самом начале на плакате. Это была ловушка. Хм. Так. Что-то дальше загружается у нас. Сейчас оценим, что будет нас ждать дальше. Такс. Ну, пока что грузится, что мне хочется сказать. Ну, пока что не особо так понятно, что тут у нас происходит, но... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Где это мы находимся? Ух ты. Утка. Утка, утка, утка. Она в этой как-то бандана или что это у нее. И, по-моему, у нее в ушах этот наушник от айфона. AirPods, как он называется. У меня вопрос. Уток, здесь какие-то уши даже есть? Никогда не замечал. Как он там может слышать вообще?
Наверняка какие-то уши все-таки там имеются. Но я никогда не присматривался, когда на голову смотрел утки, я никогда тут не видел какого уха. Никакой дырки, ничего там не было. Так, тут у нас что? Тут просто обычный шкафчик. Тут никак нельзя на это действовать. Еще шкафчик. О, еще одна утка. Привет. Ой. Там кто-то есть, кажется. Это что такое? Это похоже на какой-то синий какой-то гель. А что за гель? Что за гель? Что на нем написано? G-Fuel Energy Formula. Это что еще такое? И какая-то кнопка. А, это то, это монетизация. Ту, которую сняли у PewDiePie. Правильно? Ее ведь сняли у PewDiePie, монетизацию. Ой, я разбил. Так, мы куда-то... Ага, это мы на ранчо? На ранчер это выходим. На ранчер, на ранч. О, вот она, кнопка. Офигеть, какая красивая кнопка. Ой, нас, кажется, заметили. Он бежит за нами, да. Это дед за нами теперь бегает, лысый. Лысый дед вместо соседа. Ай, лысый дед меня поймал. Жулик, жулик. Так, ну мы зато имеем пока что вот такую. О, еще одна. Нам надо собирать, видимо, эти монеты. Потом где-то должны будем их использовать, правильно? Я правильно понял? Так, тут никак не пройти. Тут, о, вот здесь можно пролезть хоть чуть-чуть. О, какие-то трубы, слушайте. О, ступени. Давайте наверх по ступенькам заберемся. Может, мы сможем добраться до той... Да, именно до той... Вот там была кнопка, да? Ой, не кнопка? Тьфу ты, ё-моё. Этот значок монетизации. Сюда, наверное, можно будет перепрыгнуть. Нам нужно как-то это все дело пройти. И не свалиться. Так, тут мы не перепрыгнем. Вот тут надо перепрыгивать. Так, аккуратно, оп, а вон там, о, зарядкой занимается, вон он там, оп, 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 это как дедушка, лысый, лысый дед, лысый сосед. Так, идем по чуть-чуть, не спеша, главное не свалиться сейчас, что прошел довольно-таки далекий, далекий путь. Так, что тут у нас? Переграда, вот что у нас тут. Так, есть такое дело, я туда наверх запрыгну, как вы думаете, на край, или лучше не рисковать и сюда прыгнуть? Даже не знаю, но я рискну. Оп. Есть, получилось. Ей, у меня теперь две этих. Две монетизации. Хорошо. Две монетизации уже нашли. А сколько нам нужно всего их найти? Это вопрос. Вот теперь надо проверить бы еще вот туда. Могу ли я перепрыгнуть? Но пока не будем туда идти, наверное. Трубы еще есть, вот вижу здесь. Вот вижу здесь, вот вижу камни. Так, можем скинуть соседа, если что, камнем. Так, интересный мод. Пока что мне нравится. Мы тут еще... Камера, тихо-тихо-тихо, снимем. Не надо за мной следить. Дверь. Нельзя открыть. Дверь не поддается. Колесо. То есть тут все перегорожено забором. То есть единственный путь, куда нам стоит дальше идти, это вот туда, куда к соседу. Как раз там, где он нас и поджидает. Скейт тоже можно им бросить, в принципе. Цветочки растут. Цветочки растут. Тут нету соседа. Так, новая локация. Стоп. Тут мы еще с вами не были. Прикол, она кричит. Так, мод мне уже нравится. Ну, качественно мод сделан, по-моему. Так, тут мы не были, изучаем. Сегодняшний ролик посвящен чисто тому, что мы изучаем этот мод. Я сделаю, наверное, еще одно видео. О, монет. Не монетка, а монетизация. Третья, да? У нас две, это третья. Тут закрыто. Гаечный ключ. То есть там надо как-то либо перепрыгнуть... Либо же как-то пробовать, может, магнитом повлиять на него и достать. Но магнита пока мы не нашли. Магнит пока мы не нашли. Так, хорошо. Что здесь еще есть? Похоже на какую-то оранжерею, но, правда, без стекла. Мячик. Значит, запомнили это место. Тут надо будет достать магнитом. С помощью магнита надо будет достать... О, а это что такое? Электробум. Электробум, вы поняли? Так, а я могу сейчас сохранить игру? О, могу, на всякий пожарный. Все-таки дошли далеко. Новое сохранение. Вот, сохранилось. Так. Электробум, что это такое? О, можно открывать. Интересно. Электробум. И молния нарисована. Стоп. Лестничка какая-то. Посмотрим. Ой, куда-то я перелез. Ага. То есть, если за нами гонится сосед, я, в принципе, таким образом могу от него убегать через лестницу, его дурить. Правильно я понимаю? Так, тут мы уже включали телевизор.
Ха-ха. Так, а тут что? Что за генератор? Мы должны его отключить или включить? Что он, за что он, на что он, за что он отвечает, этот генератор? Ну, вот какой-то кабель идет туда-сюда, туда. И вон туда. Что-то мы этим кабелем должны активировать. Или... Непонятно. Так. Телефон. Что это означает? Ти-ди-ди, ти-ди-ди. Тут можно спрятаться будет. Тут что у нас? Тут что? О, мячи, ботинки. Еще один гель нашел. Разыскивается. И две, короче, могилы. Две эти, как его? Труны. Так, тут что? Тоже гель. Это не открыть. О, я еще одну монетизацию нашел. Так, что мы выбрасываем? Скейт. Берем. Значит, мы уже нашли их три штуки. А это что такое? А это как капкан работает. И мы тоже туда положить монетизацию. Ой, 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 ой. Ай, поймал меня. Жулик. Поймал, но у меня есть телефона. У меня есть три, получается, кнопок, три этих самых. Три значка монетизации. Телефончик у меня есть. Телефончик, Там мы до конца все не изучили. Это явно. Ой. Так, можем ускоряться. Можем, можем. Телефончик, Ой! Это что еще такое? Ты кто такой, мужик? Эй, кто такой? Ты кто такой? Он похож на Бэтмена какого-то. Ты Бэтмен? Мужик, ты что, Бэтмен? У него татуировка на плече он какая-то. Похож на Бэтмена, слушайте, реально Бэтмен. Бэтмен или не Бэтмен? Бэтмен, походу. Ну, он дал мне магнит, тихо. Магнит нам сейчас получится с помощью магнита с вами вскрыть одну важную, интересную вещицу. А именно вот эту. Вернее, не вскрыть, а достать, попробовать. Ну, да, о, есть, получилось. Магнит, эта штука. И открываем, Есть, открыл. Здорово, теперь, вот тут эти штуки меня, помню, ловили. Не будем их трогать, как-то можно обойти. Это нам, наверное, не нужно уже. Все, я нашел, четыре кнопки, но зачем мне они? Что мне с этими четырьмя? Здесь тоже какое-то, тоже как что-то нас ждет. Какие-то ловушки, какие-то непонятные. И какой-то здоровенный вентиль. Ну, мод очень офигенный, очень качественно и интересно сделан. Давайте мы на этом моменте пока что приостановимся с вами. Ой, что-то тут капканы появляются. Ой. А ты идешь, а появляются шарики какие-то. Офигеть. Давайте с этого момента мы начнем следующую серию. А, потому что 18 минут поиграли. В принципе, наверное, для первого раза. Для первого раза для обзора чисто мода хватит. О, нет! Всем пока-пока.